2023 году выйдет новый российский сериал «ГДР». К его съемкам оказались причастны и наши города, так как в Беларуси сохранилось много натуральных площадок в стиле 80-х-90-х, когда и происходит действие сериала. Поработала съемочная группа и в Гродно. Очень важно нам соблюдать именно временной период, вот этот конец 80-х годов, 89-й год, поэтому, как видите, все автомобили с того времени. Также очень много как бы сцен экшена, всякие взрывы, перестрелки, погони, боевики. В сюжете нового шпионского триллера рассказывается о судьбе разведчика Александра Нечаева, который оказался в центре операции, организованной спецслужбами нескольких стран. Он проводит несколько месяцев в Берлине, которые сильно его меняют. В основе киноленты – реальные события. Огромный охват, картинка очень похожа на любой голливудский фильм. Полгруппы у нас даже за границей. Есть трюкачи у нас там с Оскарами для трюков. Короче, команда по полной, проект по полной, все по полной, так сказать. Архитектура Гродно позволила передать атмосферу 80-х и вернуть зрителя в Восточный Берлин. Съемки проходили в центре города в течение 3 дней. В сценах также были задействованы гродненцы. Они приняли участие в массовке и, как отмечает директор съемочной площадки, отлично справились с задачей. Начали! В съемочном процессе задействовано около 150 человек. В планах съемочной группы посетить еще Брест и Минск. Всего запланировано 12 серий. Премьера сериала ожидается осенью 2023 года. Любопытно, узнают ли зрители в натуральных сценах белорусский Гродно.